У нашего портала есть традиция. Нет, мы не ходим каждый год вместе в баню, но зато мы ездим на соревнования по ушу. Мы сегодня находимся на очень важном, хорошем, ярком, зрелищном мероприятии. Это открытый кубок Республики Беларусь по ушу. В программе Кубка Республики Беларусь по ушу проходит и кубок конфуцианских институтов по ушу. Поэтому вот такой широкий состав, большое количество спортсменов и, естественно, зрители на трибунах. На взводе, потому что, когда мои дети выступают, я выступаю вместе с ними. И чуть сдерживаюсь, чтобы не убежать на ковер. Наша витебская команда уже выступает много лет на этих площадках, на больших. У нас есть свои чемпионы, которые по-прежнему занимают призовые места. Вчерашний день нам принес для троих спортсменов 5 золотых, серебро и бронзу. Ушу – это не только боевые искусства, но еще и культурные традиции, такие как чайная церемония, каллиграфия и многое другое. Мы очень рады, что в Витебске открылся класс «Конфуция», и благодаря нашему совместному сотрудничеству мы получаем такие высокие результаты. Это и амуниция, и ковровое покрытие, это и форма, это все нам помогают в этом наши китайские друзья через этот класс. Вот, мы начали совсем недавно, но все равно, видите, результаты очень высокие. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.